Денис, приветствую тебя. Привет всем. Очередной совместный эфир. И, как и всегда, для наших подписчиков, для тех, кто следит за нашим совместным контентом, разбираем рыночную ситуацию, подсказываем текущие возможности с позиции технического анализа и с позиции фундаментального фона. Друзья, стараемся, конечно же, дать вам максимально перспективные инвестиционные идеи. Ну, все прекрасно понимаете, что не все зависит от нас. Опыт – это одно дело, но другое совершенно – это то, как меняется новостной фон, который в любой момент может внести как бы серьезные коррективы в те ожидания, которые присутствуют. Но мы исходим все-таки из-за средних, как минимум, долгосрочных ожиданий, которые реализуются в большинстве своих случаев, потому что с Денисом мы как раз объективно оцениваем технику и фундамент, и получается довольно-таки часто смотрим в одном направлении. Я предлагаю сегодня, раз уж мы пропустили некоторое время, вернуться к классическим инструментам, которые дают представление, в принципе, о том, что происходит на рынке в целом. Это индекс доллара. Можно посмотреть на позиции главного валютного риска, европейской валюты. И еще очень актуально сейчас, наверное, последить за золотом. Поэтому, если есть возможность, Денис, у тебя подсветить какие-нибудь там уровни интересные, было бы круто. Начнем, конечно, давай с меня. Тогда демонстрация экрана. У меня как раз индекс доллара открыт. Так, ну что, индекс доллара. Текущие котировки 109.64. Этот инструмент, наверное, как и многие, сейчас нуждается в дополнительном фундаментальном триггере. Напомню, что таким триггером на следующей неделе будет заседание американского регулятора. Так, это ключевое фундаментальное событие, которое ожидается довольно-таки многими трейдерами уже длительный период времени, потому что все прекрасно понимают, от того, какое решение будет принято по ставке, будет зависеть, в принципе, дальнейший расклад по доллару. Сейчас, да, на рынке есть спекуляции из-за вот этого снижения, которое мы наблюдаем, по сути, с уровня 114.73, который был локальным и тире многолетним максимумом, да, текущего значения 109.64. Эти спекуляции основаны на том, что вроде бы как ФРС может чуть-чуть замедлить темпы дальнейшего ужесточения политики, поскольку испугался плохой статистики и считает, что впереди рецессия. Но я думаю, что не все так плохо. Во-первых, это не все так плохо для американской экономики. Ну и во-вторых, для тех, кто забыл, напоминаю, что ФРС всегда, когда принимал решение о процентной ставке, предупреждал, что есть риск экономического спада, потому что, ну, это нормально. Но, по мнению американского регулятора, рецессия может быть достойной ценой, которую ФРС готов заплатить, чтобы окончательно победить инфляцию. Напомню, что базовая инфляция остается на рекордных максимумах, на максимумах за 40 лет, и является сейчас куда более значительной проблемой для американской экономики, чем потенциально какой-то там возможный спад, который может появиться в перспективе. Я сторонник идеи того, что все-таки вот это вот снижение, оно больше носит технический характер. Я не хочу сейчас объяснять снижение индекса доллара локальной статистикой, которая вот вышла по уровню доверия потребителей некоторое время назад, по индексу PMI, который вообще обычно не анализируется и не имеет какого-то объективного значения, тем, что сильно испортилась фундаментальная картина. Ничего подобного. Фон остается исключительно, на мой взгляд, благоприятствующим для развития дальнейшего роста. Поэтому я рекомендую вот сейчас для тех, кто присматривается к индексу доллара, ждать уже возвращения этого инструмента выше 110 пунктов и потом уже ожидать заседания американского регулятора в следующую среду. То есть во время нашего с тобой следующего эфира у нас уже будет возможность с тобой подвести итоги того, как доллар отреагирует на это важное событие. Так, европейская валюта. Ну, понятно, что если индекс доллара снижается, то, соответственно, евро растет. Текущие котировки 1.0067. Я, признаться, думал, что все-таки евро не сможет вырасти локально так высоко, даже несмотря на то, что вот сейчас активно отрабатывали стратегию «покупай на ожиданиях, продавай на фактах». Ну, допускал, что будет тестом паритета и выше не пройдем. Но мы преодолели уровень вот этого долгосрочного нисходящего тренда. Сейчас котировки, как я уже отметил, выше паритета и идет консолидация. Сегодня, безусловно, судьбу евро решит заседание Европейского центрального банка. В 12.15 по GMT заседание. Через 30 минут после этого, 12.45, пресс-конференция главы ЦБ Кристин Лагард.
И ставку, конечно же, повысят, но мне кажется, что ожидание роста ставки на 75 базисных пунктов как раз уже учтено в цене за последние торговые сессии. И дальше лишь может быть какой-то локальный всплеск волатильности, но, на мой взгляд, он быстро сойдет на нет. Поэтому я сегодня, для тех, кто хочет поспекулировать как бы на новостях и ждет какой-то хороший уровень входа, если вы согласны с тем, что у экономики еврозоны исключительно плохие экономические перспективы, а я думаю, что не согласиться с этим трудно, особенно после последних данных по производственному сектору, сфере услуг, на фоне 10% инфляции, то сегодня можно забросить отложку sell limit в район отметки 1.01. Это как раз плюс 35 пунктов с текущих значений. Стоп-лосс можно выставить на уровне 1.0160 и ждать уже, соответственно, возвращения. Евро ниже паритета и последующее снижение к целям, которые ранее подсвечивали Citi, Bank of America и ING. Это в районе 0.96-0.97. Думаю, что евро позиционно туда в конечном счете придет и придет уже в перспективе ноября-декабря. И что касается золота, пока что доллар не решается все-таки перейти к росту, и, может быть, эта консолидация продолжится непосредственно до заседания Федрезерва. Есть еще вот сегодняшний день, четверг, пятница, следующий понедельник и вторник, 4 дня, чтобы попробовать поспекулировать на идее локальной слабости американской валюты и то есть фоне, который может быть достаточным для того, чтобы золото обновило локальный максимум. Я думаю, что если золото в ближайшие часы все-таки преодолеет сопротивление 1670 долларов за трой унцию, сейчас котировки 1663, то в конечном счете можно будет покупать с целями уже на отметке 1700 долларов за трой унцию. Но потом уже после теста этого уровня, на мой взгляд, если такой сценарий реализуется, лучше будет уже фиксироваться, поскольку ФРС, скорее всего, снова опрокинет, скажем так, рынок драгоценных металлов решением о росте ключевой процентной ставки. То есть это такая краткосрочная сделка, которая предполагает вот локальное сохранение восходящей динамики. На этом, собственно, все. Денис, слово тебе передаю. Да, тем более есть что сказать как раз по технике. Значит, что касается евро, я здесь согласен абсолютно с дальнейшим снижением. Скажу более того, сейчас цена подошла в область достаточно сильного накопления. То есть это то накопление объемов, которое изначально у нас дало импульс вниз, вот этот импульс. Затем произошел его ретест без обновления минимума. Вот это, кстати, очень важный момент, потому что когда подобный ретест происходит без обновления минимума, чаще всего цена идет добивать потом максимум примерно на такое же расстояние, там плюс-минус, как было сделано до обновления минимума. То есть это где-то 90 пунктов. Здесь цена эти же 90 пунктов уже добила. Двойная маржинальная зонка сейчас уже есть. Также сильнейшая хеджевая конструкция у нас есть по опционам, как раз на уровне 1.0070. В моменте, конечно, да, сегодня у нас заседание ЕЦБ будет. Ну, ставка, я думаю, там вряд ли какой-то серьезный сюрприз, потому что ожидается увеличение на 0.75%. И самое интересное, конечно же, как всегда, это на пресс-конференции о дальнейших перспективах монетарной политики еврозоны. И вот здесь вот как раз могут быть сюрпризы. Я думаю, что на самой ставке, скорее всего, цена еще подпрыгнет. Где-то вот, как ты как раз и говорил, в районе 1.01. То есть это было бы логично вполне. То есть показать, что вроде да, все норм, позитив. А потом, когда уже ой, выступят с дальнейшей корректировкой, вот там вот очень запросто может цена и отлететь вниз. Поэтому я лично за снижение. По опционам уже четко видно, что снижение ожидает как минимум в район 0.9750. То есть это первая цель, и вторая в районе 96.50. То есть я бы сказал, что вот этот 100-пунктовый диапазон и плюс нижняя граница канала достаточно хорошо себя могут проявить. Поэтому 96.50, 97.50 – это вполне реальные цели. Я пока не берусь говорить о дальнейших, потому что здесь цена не добила до уровня 0.94. Не факт, что уже добьет, потому что здесь экспирация будет в следующую пятницу, и поэтому, по большому счету, уже можно сказать, история с этим уровнем закончена. А ниже каких-то серьезных уже все, уже нету. Поэтому, скорее всего, будут идти на ретест, а там дальше в процессе уже будем
уточнять. Но локально я точно так же смотрю вниз. Касательно индекса доллара, здесь какая ситуация? У нас вот эта вот зонка вращения, она уже достаточно давно сформирована, то есть как минимум еще месяц назад она была сделана, когда цена формировала вот это снижение в конце сентября, в начале октября месяца. И здесь не смогли дойти, то есть не смогли дойти, не смогли добить. И сейчас вот только повторным движением, такого в рамках, как бы, назовем плоской коррекции, нисходящей, добивает как раз вот до этой зоны. Как по мне, то это очень классная будет перспектива. Сегодня формирует такой добой локальный вниз к зоне и затем отскок. Здесь сложно сказать, будет ли этот отскок с обновлением максимума или без. Но, в принципе, тут я тоже с тобой соглашусь о том, что гегемонии доллара на данный момент, ну, нет серьезных причин для того, чтобы его подвинуть. То есть многие начинают говорить, вот, все, бакс валится. Ну, это, как правило, говорят те, кто немножко подзабыли, как выглядит у нас долгосрочный тренд доллара, начиная еще с начала 2021 года. То есть насколько мощно индекс вырос. Поэтому я думаю, что еще, конечно же, подскок у нас будет. То есть я пока целюсь где-то в район 114. Дальше в процессе будем уточнять возможно, с перехаем. Если дадут здесь перехаем, то, соответственно, евро с обновлением минимума. Но мы далеко загадывать не будем, поэтому пока чисто по локальным целям. Вот, так что да, я тоже за доллар в рост. И что касается золота, вот здесь вот я все-таки чуть-чуть не соглашусь. Дело в том, что я по золоту все-таки больше медведем предпочитаю быть. И в этом декабрьском контракте достаточно мощные сейчас вот сформированы объемы. То есть прям взять на протяжении длительного всего этого падения, которое было, то прямо сейчас цена уперлась в сильнейшее накопление. Да, оно как-то к нему уже подходило, но здесь такой слабенький, простенький подход был со отскоком, его классно отработали, все супер, никаких вопросов нет. Многие начинают говорить о том, что здесь возможно двойное дно, но будем откровенны. Все эти паттерны, двойное дно или двойная вершина, они абсолютно все видны только на истории, потому что вот именно онлайн в момент времени мы не можем сказать, то есть будет пробито или же нет. Поэтому здесь самый идеальный вариант, это причем даже без обновления максимума, хотя не исключаю, это могут подскок сделать где-то на 1680-85, то есть в рамках вот этой области накопления и затем уже спотануть вниз. То есть в идеале, это, конечно, сформировать бы вот здесь вот зонку продавцов, от нее можно было бы очень классно продать. Пока что я вообще ничего не предпринимаю, потому что в моменте могут сегодня на ЕЦБ, могут как раз добивать выше, но в целом я за дальнейшее снижение, потому что, как по мне, то внизу достаточно большое еще скопление интереса, открытого интереса для дальнейшего снижения, начиная от уровня 1600. То есть 1600 и вплоть до, ну, такие основные сильные, где-то 1570. То есть вот этот диапазон, он по-прежнему достаточно сильный. А потом уже только после этого, когда золото добьет внизу, ну а соответственно мы получим там по евро откаты, по индексу доллара тоже добой. Вот после этого как раз уже можно будет говорить о каком-то серьезном развороте. Но все-таки в моменте я больше за продажи. Понял, Денис, спасибо. Ну, собственно, как и всегда у нас в этот раз на 90% точки зрения совпадают. Ждем волатильности. Заседание Европейского центрального банка. Еще раз напоминаю, что это важное событие этой недели. Следующий эфир у нас с Денисом будет уже после прям супер важного события, не только недели, а последних месяцев, заседания Федрезерва. Поэтому точно будет о чем поговорить. Надеюсь, в следующий раз уже можно будет констатировать более высокие значения по индексу доллара и по европейской валюте, соответственно, более низкие. Денис, спасибо, что нашел время подключиться, обсудить рынок. Это всегда очень полезно. Опять же, для тех, кто следит за нашим совместным контентом, и мне всегда приятно послушать твою точку зрения. Тогда хорошего тебе закрытия недели и до следующей недели. Да, спасибо, тебе тоже отлично торговать и отличных выходных. Спасибо, пока. Всем спасибо, пока-пока.